Ребятушки, всем привет! Хотела сказать доброе утро, но уже далеко не утро. У нас с Сёмкой обед, сейчас уже пойдем на дневной сон, но Сёма пойдет, и я тоже буду кушать, кушаю точнее. Еще я хочу себе поставить отварить свеклу, ну это все само будет вариться, да, Сём? Хлебушек. Сёма ест борщ, кстати. Вчерашний, да? Держи. Вот, и сегодня прошло уже полдня, но я только-только начала влог, и я так устала. Но вот, только начала. Сегодня опять такая классная погодка, мы с Сёмой тут постирали белье два раза уже, поставили сушить, и сегодня, наверное, тоже пойдем подольше погуляем. Вчера мы вот маму встретили, а с Сёмкой она чуть погуляла, я вам пока показала покупочки, потом я вышла, мы еще маму проводили, потом еще погуляли. Короче, вчера мы часа два, наверное, гуляли на улице, но погода прям вообще классная. И вот Сёма в футболочке, круто. Ходить, конечно, очень легко, ничего там не задирается. Футболка и шорты еще, когда будут, мне кажется, это вообще прекрасная одежда для ребенка, потому что ему легко ходить, и там ни курточка никуда не задирается, не мешается. Короче, классно. Лето — это круто. Ладно, ребятки, я буду кушать, а то Сёма там уже практически доедает, и я еще даже не начинала. Всем приятного аппетита, если вы тоже кушаете. Сейчас собираемся на улицу, он там не ползает, я его помазала кремом, там за 20 минут до выхода нужно мазать от солнышка. У нас опять вроде как тепло, но есть ветерок, сегодня я, вчера он ходил в футболке, а сегодня я одену ему кофточку, потому что, ну, уже вечер и прохладно, плюс нам еще нужно зайти, мне распечатать документы нужно, я не знаю, где это сделать, потому что в том месте, в котором я была, раньше печатала, там закрылось, я не знаю. Ну, там по ремонту пишут в группе. Делятся там, знаете, контактами. Уже кто-то там ремонт заканчивает, кто-то уже живет в новых квартирах, да. Но мы пока что еще нет. Смотрю и немножечко завидую. Но не знаю, как у нас будет в этом месяце. Хочется все-таки уже в мае наконец-таки купить плитку, блин. Но пока все не очень так складывается, как нужно. Пойдем одеваться. Что вообще говорила? А, про документы я вам рассказала, что то место закрылось, где я печатала. Так что не знаю, где сейчас мне напечатать. На улице, знаете, какое-то странное небо. Затянутое как будто бы. Хм. Интересно, интересно. Мы только пришли домой, и Сёма, смотрите, что делает. Решил сразу разобрать сушилку для белья. Ну ты молодец, Семён. Ты еще даже не разделся, а уже делами домашними занимаешься. Ну, ты вообще молодец. Ой, а мы, ребятки, нагулялись, распечатывала свои документы и подорожала
два раза. Раньше листок можно было распечатать за 5 рублей, сейчас стоит 10. В итоге я потратила почти 300 рублей, но все распечатала, все, что нужно было. Сначала не могла скинуть, потом в итоге скинула. И сейчас мы все, мы уже прошли домой, и нам осталось только поужинать, сходить в душ, в ванну и лечь спать. Я не знаю, как так опять день прошел, дни летят моментально, я вообще не успеваю ничего записывать. Например, сегодня пошла и забыла взять с собой камеру. Зашли еще в детский мир, ой, там ничего особого не взяла, да блин. Только, как они называются, скажите мне, я вам скажу. Творожки, семки и все. Ну и паучи. Ну что, туда выкину? Ну просто моментальная смена настроения, да? Что там? Что там такое? Что ты хочешь? Понятно, что ничего не понятно.